Я в ночнушке. Но у меня есть подобная мальчика. Кошка что-то увидела на окне, точнее, за окном. Не надо окно шарать, хоть если ты в телегу мою смотришь, зритель, привет. То ты там видела тут кадр. Или мог увидеть. Она тут пытается через стекло пробиться как-то там наружу. Я хотела ее завидосить, но она меня стала кусать. А сейчас она насилует цветок, который из-за того, что она изнасиловала до этого, ну, в смысле, сожрала его, отожрала, мне пришлось его положить в баночку, чтобы он дал корни, его можно было пересадить. Его было больше. Алиса, Алиса, не надо трогать этот хороший цветок, ты его уже два раза роняла, когда он был еще более цветущий. А я тут без этого, без фонарика снимаю, немножко мутно, наверное, было. О, глаза теперь горят. Я вот не знаю, может, она саму себя там увидела. Вот у нас какие вопли. Он у нас что пытается сделать. Я его уже полностью закрыла. Оно было на малюсенькой щелочке. Чего ты там увидела, а? Не надо тут лазать. Мне пришлось все в один конец скинуть. Потому что это животное того и гляди пыталось что-нибудь раздолбать. Ну, все, ушло, на мое счастье. Бедненький мой цветочек. Вон там этот лапинос. Можно сказать, морда-протиралка. У меня тут 3 или 4 хурмина, которые... Одна из них вообще совсем зрелая, но мне сегодня некогда было. Надеюсь, завтра утречком съем, перед тем, как гости уфендюрить. И 2 апельсина, которые я все никак не съем. Главное, чтобы они не высохли. Вот что она там у нас делает? Вот здесь что-то она повадилась. Дирать. Отдирать. Оно отдирается, а потом дверь фиг откроешь. Хулиганье вообще. Кошка. Кошка. Глаза горят. Эгегей. Алиска. Алиска. Ладно. Я там чай как бы пью. Сейчас, кстати, наверное, в кадре были. Покажу эти вкусные конфетки. Мне такие как-то, правда, просто мятные. Дарила много раз подружка одна. Когда у нас это было актуально с этими посылками. И как-то я с Финки привозила такие. Ну, просто мятные. И в этот раз они не финские, а сделаны в Германии. Внезапно в солнечном магните за 220 чем-то там. Может, чуть дороже, просто не помню. Помню, что за 200 чем-то я увидела в районе кассы и купила. Ну ладно, зритель, наверное. Дети кота просто, в смысле, кошку хотела показать. Пока тебе.